Ну как ощущение? Так, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем поднимать. Что мы будем поднимать? Рот будем поднимать. Настроение. Настроение. Человек, который смеется, сейчас будет. Так. Не глубоко? Ну вот, хорошо. На всю катушку, вот как мы с левой стороны сделали, да? Так и здесь. Так и здесь. Все одинаково, симметрично. Не обязательно симметрично. Угу. У нас лицо вообще асимметричное. То есть у нас морщины да. асимметричные. Угу. Поэтому иголки вы можете делать как угодно. Вот как вы считаете нужно, так и делайте. Единственное, если вы на симметричное лицо поставите асимметричные иголки, то есть эффект у вас будет асимметричный. Да? С одной стороны больше подтянется, предположим, с другой меньше. А можно же, например, даже по как армирование же делают, да, тут вот эти подтягивают, можно расчертить и вот так же сделать. Можно, да? Может совершенно верно. Да? Будет хорошо работать. Да. Все, давайте вытаскивать. Посмотрим, много ли у нас следов получится. Ну что там у нас по синякам? Ну, по-моему, хорошо. Разработать захотелось. Разработать захотелось. Тебе? Ага, все вспомнила. Всю инъекционку. А я там, для меня это вообще все сюрприз.